Это моя работа. Я не устаю от работы, от ответственности, которая на мне есть перед страной, перед народом. Но другое дело выбивает из колеи часовые пояса. Я вот заметил, что нам лучше ехать на восток, легче, чем на запад, потом возвращаться. Конечно, устаешь, не высыпаешься. Я эти дни сплю 3-4 часа максимум. Мозги, когда постоянно работают, и тебе надо вести серьезные переговоры, причем убедительные переговоры. А чем еще Казахстан может взять? Своим убеждением, своей политикой, своей верностью делу мира, делу ядерного разоружения. Мы заслужили уважение многих стран мира и здесь тоже. Поэтому не устаю. Кстати, вот я тогда месяц назад, когда объявили, что я лечусь от простудного заболевания, я читал тысячи пожеланий мне здоровья, вот, сочувствия казахстанцев. Это было приятно. Пользуясь случаем, хочу всех поблагодарить, каждого, за то, что они писали на своих сайтах. Блогеры писали об этом, интернет об этом писал. Пришлось объявить, потому что мне пришлось отменить международное мероприятие. Визит предполагался в Азербайджан, в Армению, и его отложили, потому что состояние температуры, кашлем, не поедешь никуда. Поэтому большое спасибо всем за такое сочувствие и пожелание. Так что бодрость надо сохранять. Я всегда помню, что командир должен быть впереди, на белом коне и в полном здравии. И только так можно. То есть эта работа президента такая, что или надо всего себя отдавать, все свое время, здоровье, и на работе, и не в рабочее время. Только так можно выполнять те обязанности, которые мне поручены.